Ярославль утопает в снегу. В столице Золотого кольца выпало несколько сантиметров осадков. Сильный снегопад парализовал движение на главных магистралях. Проблемы возникли и у пешеходов. Бороться со снежной стихией вышли коммунальщики. Как же убирают город и какие дороги чистили в первую очередь, расскажет мой коллега Дмитрий Жданюк. Последствия того снегопада, который шел сегодня ночью, мы ощущаем и сейчас. Город покрыт 6-сантиметровым слоем снега. На борьбу со стихией сразу вышли коммунальщики. Они в первую очередь принялись за дороги, за центральные магистрали, Московский проспект, за центр города, за те части Ярославля, где, как правило, ездит больше всего машин. Они в первую очередь обработали эти дороги реагентами, после чего снег, который выпадал, стал превращаться в кашу. Затем бороться со стихией вышли уже и специальные обученные люди, которые управляют техникой. 40 единиц техники вышло на борьбу ночью. Сейчас в 11 часов утра снова можно будет лицезреть автомобили снегоуборочные на всей части нашего города. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение всего дня. Коммунальщики готовы к и такому исходу событий. Они будут, если чего, усиливать уборку улиц. И, возможно, на магистралях Ярославля появится еще больше снегоуборочной техники. Подробнее о том, как Ярославль убирает снегу, вообще, как такая стихия на нас обрушилась, мы расскажем в течение всего дня в программе «День в событиях».